Ой. А, ты тут снимаешь, потому что? Да. Бабушка, ты отсюда что-то увидишь, да? Да. Да? Ой, это дедушка Леша подарил тебе зайчика, да? Ой, какой зайчик, смотри, а что у него такой перекошенный, руки-то немножко. Не знаю. Матей. А, и вот этот вот фон я вырежу. Угу. Расскажи сюжет, в чем дело? Ну, типа, зомби апокалипсис. У тебя один сюжет, все? Все. А в чем дело-то? А, всех дубасят, да? Ну, был зомби. Слушай, а как ты дым сделал? Будюх. А, хитрый какой. Ватка, молодец. Ну-ка, так, бум. Это, световым мечом он дотронулся, и вот этот вот труп исчез. Все. Все понятно. А это у тебя, значит, много важных деталей, которые да. тебе пригождаются. Да. Вот. Короче, ты когда надумаешь, можно, можно в среду. Что это такое? Слышишь? Папа, ты чему хватит, ну? Да. Ты что за это самая штучка? Где? А вот зайчик надо снять. Зомби-апокалипсис. Я дотронусь до вас своим зомби-морковкой. Тю, вы превратились, вы превратитесь в привидение. Пиу-пиу. У нас еще этот киборг есть. У нас есть сценарист, Тема. Все, я понял. Тема, я дотронусь до вас своей кибер-морковкой. Пиу, вы превратитесь в зомби. Пиу-пиу. Что это? Это черная лего. Слушай, а это что такое? Да. А это волшебный звездолет? Это светящаяся штука. Это что? Светящаяся штука. А вертолетик, смотри. Полиция, бросьте морковку, бросьте. Бросьте свою морковку. Мы будем стрелять.